Не ожидала, да? Всем привет, мои хорошие! Сегодня у меня в гостях my sister, my двоюродный sister, Катерина. Всем привет! Всем привет! Катя просто, она не снимается, как я, каждый день. Она еще не привыкла к камере, да? Стесняешься? Я не знаю, когда говорить, да? Говори в любой момент, когда душа твоя просит. Сегодня Катя у меня в гостях, мы сегодня будем красить ей волосы. У нас будет сегодня сложное, как говорят мастера, окрашивание. В меня верят. Вот моя сестра в меня верит. Да, пришла как профессионал. Пришла как профессионал, я постараюсь не облажаться. Вы знаете, да, как это я все делаю. Я буду стараться, короче, буду делать как себе. У нас немного ли света? Кажется, я какое-то прям засвеченное. Итак, Катюша, расскажи, пожалуйста. А ну-ка, давай иди сюда поближе. То тебя не видно, наверное, да? Расскажи, пожалуйста, значит, смотрите, история, то, что я знаю, Катя была вообще темная. Ты была черная или прям темно-коричневая? Темно-коричневая. Темно-коричневая была Катя. Она захотела самостоятельно дома выйти в блонд, пепельный, да, я помню, ты хотела. Скидывала мне фотографии, и если я найду, я сюда вам ставлю фотографию, какую она хотела. Вот, ну прям такой холодный пепельный блонд. Что ты делала дома? Съёс, вот это обесцвечивание. Один раз покрасила, да? Да. Она взяла краску съёс, вот это обесцвечивание, у меня где-то даже видео есть, я оставлю здесь или под видео, где я обесцвечивалась, там вообще, ну, просто вот так вот обесцвечивает. У тебя быстро обесцветились они? Да нет. Ну, короче, зависит от базы, но я помню, что мои корни натуральные, просто я боялась, что они отпадут, так быстро они осветлились. В общем, этим съёс она покрасилась один раз. Но в прошлый раз, когда я приезжала, и она тоже заметила, говорит, у меня посветлее, по-моему, волосы были. А вот здесь вообще на камеру идет, как будто они темно-коричневые, да? Да, здесь какие-то много цветов, но сначала я была светлая. Да, я тоже помню, была посветлее. Короче, мы с Катей договорились, что она ко мне придет, и я попробую ее сделать пепельной блондинкой. За раз! Вот. Что я вижу сейчас? Давай вот так вот повернемся, да, и покажем. Немножко отросли корни. Корни у нас такие темненькие. Дальше идет чуть-чуть светлого. Потом идет у нас такой, как бы, знаете, рыжий, вот так скажем. И кончики еще такие темноватые. Что я сейчас хочу сделать? Ну, я так думаю, что я бы так себе сделала, да, если бы было. У меня остался порошок капуст. Мы его сейчас размешаем один к двум. Да, и будем красить полностью голову вместе с корнями. Я буду наблюдать и смотреть. Значит, мы осветлим, сколько оно осветлится. А потом просто пройдемся по темным местам. Я думаю, что они останутся где-то вот здесь, темные места. Здесь, я думаю, все осветлится быстро. После того, как мы добьемся базы, той, которая нам нужна, мы будем красить эстель. Катюша выбрала цвет. Мы вместе выбирали 10-16. Я знаю эту краску эстель. Она, ну, такой пепельный блондин, то есть она должна убить всю желтизну и должен быть красивый цвет. Катя боялась, что она будет, может быть, сильно серой, вот, но я говорю, с эстелью вообще не бойтесь, даже если вы будете серой, один-два раза помыли голову, весь пигмент смывается, вы будете желтой рано или поздно. Вот, короче, здесь мы на 9% порошком красим, тонироваться будем на 3%, вот такие у меня оксиды капусты. Так что сейчас я развожу один к двум. Не знаю, сколько тебе надо будет. Один. Ну, короче, порошка надо побольше развести, потому что... Ой, почему? Потому что его надо очень плотно намазывать. Его нельзя растягивать, его нужно прям, знаете, накладывать толстым слоем шоколада. Готово? Готово. Поехали. Да, капитан, да? Да, капитан. Отправляемся. Промешиваем. Так, ну что, я помешала. Такая довольно-таки приятная масса. Вот. Начнем наносить. Начну наносить затылка. Обычно затылка осветляет. Ну, короче, я начну. Ты прям на майку? Мне модную майку следить дали. Да, это майка специальная для того, чтобы не жалко было запачкать. Я же видела, ты всегда что-то там накидывала. Не жалко майку, правда? Не, не жалко. Не всегда я накидывала. Может, подержишь? У меня это, да, тут это, немного такое... Самообслуживание иногда. Вот я в костюмчике таком классном, вот мне жалко его, что я могу его испачкать. Ну, значит, тебе надо было тоже переодеться. Ну, вообще, да. Ну, ладно, я сейчас... А я буду подальше стоять вот так. Поехали.
Ты как-то рассказываешь, как будто ты так кисточкой, знаешь, как обои клеишь, нафигачишь на меня, на себя. Ну, оно может капать, я же спешу, это же все-таки у нас идет порошочек, да, поэтому я буду спешить, и оно может ляпаться. Вот. А сколько время воздействия обычно? Ну, по-разному у всех, я буду смотреть, что происходит у нас. Угу. То есть, если я увижу, что осветляется, да, мы уже будем... Насчет слез я что хотела сказать. У меня, в принципе, волосы не выпали, не облысело. Я не знаю, другие, как бы мне не с чем сравнивать. Нет, блондексом когда-то давно я обесцвечивалась. Но волосы, в принципе, пару раз помыла своими средствами, и нормальные волосы, они мягкие. Да, сестра? Да, да, хорошие волосы. Вот, поэтому, если будете брать, не бойтесь. Просто осторожно. Да, просто, смотреть по состоянию кожи, там, чтобы она не щипала. У меня ничего не щипало, все нормально. Конечно, жестковатые они сначала были, но пару, я же говорю, мытья, и волосы как были, так и остались. Да зависит все от структуры волоса еще, знаешь, кому-то сделал, отвалились или там черти что. У тебя волосы довольно-таки хорошие такие, ну, знаешь, как у меня, у нас семейное такое, крепкие. Я пыталась один раз быть блондинкой, но остановилась на рыжем цвете. Думала, у меня хорошо с рыжим, и дальше не пошла. Сейчас я хочу дойти до конца, менять всякий тон. В принципе, и так красишься краской каждый там месяц-два, да? А тут просто так же блондинкой буду пытаться, или корни только красить. Ну, в общем, чувствую, что хочу быть блондинкой. Первый раз вот ногти сделала вчера. Ну, ходила к девочке. А почему никогда не делаю? Потому что где-то уже говорила сестра моя, что 6 дней в неделю работаю, и один выходной еще тратить на ногти, мне жалко времени на себя. Мне нужно убрать, приготовить с ребенком что-то, провести время. В общем, как-то не до ногтей. Ну, не знаю. До себя, короче. Вот да. Ну и вообще, я работаю в обувном цеху, там ногти особо делают люди, конечно, но я не могу с длинными ногтями позволить себе работать. Неудобно. Скажем так. Сейчас сделала короткие. Молодец. А тетя сама красится или ты тоже красишь ее? Света? Да. Мама Чоли, ты имела в виду? Ну, она же моя тетя. Ну да. Это да. Что правда, то правда. Сама красится, конечно. Понятно. Я иногда ее зову, чтобы она меня красила. Иногда сама. Когда тебя красят, поприкольнее, потому что, во-первых, быстрее получается. Ты видишь, блин, контроль какой-то есть. Ну да. Ну, я привыкла всю жизнь сама, потому что темный цвет, как бы, и у меня темный, а здесь уже не промахнуться бы ни одну прядь, чтобы потом не было. Ну да. Я себе толстым слоем накладываю все сейчас, чтобы прям было пропитано. И по кончикам особенно прохожу. Сейчас я вот так низ себе покрашу, но перейдем наверх. Сейчас хорошо придумали эти прически, там, как там, балаяж, там, амбре. Да, да. То есть у тебя отросли волосы, ну, типа, это у меня амбре, да? Это кто-то придумал ленивый. Ну, все равно оно отличается, знаешь, когда свое все-таки отрастает, когда тебе красят. Но тот, кто ходит с отросшими волосами, он считает, что все думают, что у него амбре. Ну, это да. Ну, я за себя говорю, я буду так, наверное, ходить. Такое, знаешь, бюджетное амбре. Да. Как бы нормально. А ты умеешь стричь? Давай попробуем. Да, могу, пощёлки или подстричь кончики. Кончики не знаю. А ты хочешь вообще стрижку? Нет, чёлку, да. Ой, с чёлкой боюсь переборщить что-нибудь, чтоб хуже не стало. Ну, чуть-чуть только могу сделать. Ну, это знаешь же, эта чёлка, она непредсказуемая. Бывает, себе что-нибудь сделаешь, то она слишком короткая, как мы с мамой недавно говорили. А та длина, которая нужна, держится очень недолго. Это я говорю, челку хочу, может быть. От кого не надо. Ты помнишь? Я никогда не стригу челки, чтобы видно было брови. То есть, если ты стрижешь по бровям, и тут же раз, он все подскакивает, и ты такой раз, и челка вот здесь где-то, когда она встает. А так получается, если стрижешь ниже бровей, она становится нормальной. Представляешь, мне теперь не требуют паспорт нигде. Мне так обидно. Постарела. Итак, мы покрасили Катю, ну повернись, давай я покажу. Она светлеет потихоньку, я сейчас просто домазывала, все плавает, все прекрасно, корни уже, знаете, не корни, а вот эта вот часть именно, корни еще не осветлились, вот тут смотрю, вот здесь уже побелело, здесь еще нет, концы, вот мне кажется, еще надо будет, может быть, по ним пройтись. Короче, будем делать сначала базу одного цвета, все. Сидим, я поглядываю, чтобы волосы не отваливались.
Я почти с тобой одного цвета. Сейчас, да, пока. Краска немножко, конечно, почесывается, чувствуется какой-то, как будто бегает по голове что-то туда-сюда, вот так вот, мурашки какие-то. Ну, первое сильное ощущение, сейчас чуть-чуть послабее. Смотрим дальше. Ну что, хорошие наши, сколько времени прошло? 40 минут, короче, 35-40 минут. Смотрите, как хорошо берется у Катюши все, да, у нее прям вот прям белое-белое, ну вот здесь, да, вот такой цвет, но мне кажется, что он даже тут и осветлять, наверное, не надо будет, не знаю, сейчас, короче, посмотрим. Сейчас мы идем это дело смываем и посмотрим на итог, что там у нас останется, возможно, мы пройдемся вот здесь, ну, сейчас посмотрим. Идем смывать. Так, девочки наши золотые, смотрите, что у нас на голове сейчас. Сейчас надо посушить. Сейчас кажется, что прям цыпленочек-цыпленочек. Вот здесь, знаете, у корней прям вообще светлый-светлый цвет. Я как поближе тебе покажу. Ну-ка. Смотрите, такой прям такой желтый цыпленок, да? Видите? А здесь вот желтоватый. Но мы сейчас посушим, потому что мы на мокрое не смотрим, да? Но может все сравняться. Вот. Но если что, мы пройдемся еще по темненькому, немного высветлим. Сейчас сушим. Сейчас я расчешу тебя. Качество волос, хотела сказать, очень вообще, когда смываешь... Кстати. Вообще супер. Она, во-первых, как пена, как будто шампунем намазали и смываешь. И... Может, вот такую обложку сделаем? А ну-ка, дай-ка. Мне нравится, ты сейчас там такая смешная. Мы сейчас просто с использованием шампуня только помыли голову. Хорошо использовать глубокие очистки, но у нас какой там был мицеллярный. Самый глубокий мицеллярный. Все остальное вообще... Гладкая. Порошок хороший, вот это хорошее, даже... качество, да. Волос, такое ощущение, что с шампунем, с бальзамом, такое скользкое. Я даже смывала шампунь и думала, как будто не смыла. Волосы очень приятные после этого. Ну да. Это не реклама. Да. Это просто ощущение. Ну... Посушила систер, смотрите, какие красивые, красивые волосики, да, но мне не хватает, я не знаю, как вам здесь, да, но мне не хватает именно вот, повернись такой, вот, видите, какой здесь светлый цвет, а здесь у нас раз и уходит немножечко в желтизну, и я бы еще прошлась, тут прям такая граница конкретная, я бы еще прошлась по кончикам и подержала бы, ну, может, минут 10 даже, мне кажется, оно прям сравняется, потому что с базой потом уже, чтобы не заморачиваться, не забивать это все пигментом каким-то, да, и потом, если придется, если вдруг она захочет осветлиться и все-таки сделать качественный блонд, чтобы ей не пришлось делать смывку, пигмент вымывать, потом опять осветлять. Я говорю, давай лучше мы уже хорошо сделаем однотонную базу, да, вот вместе с корнями, вот как здесь, да, у нас вот здесь прям желтик цыпленок. Не знаю, давайте я поближе покажу. Вот разницу, да, вот так вот. Ну, прям, да, вот желтый. Хотя вот так свет раз и все, но тут нет. Короче, сейчас я еще намешаю, пройдемся, минут 10 подержим, и все. И потом будем тонироваться. Повернись передом, посмотри на себя. О, уже прикольно. Да, Катя говорит, мне уже нравятся кончики. Я говорю, да, конечно, она же, ну, блондинка. Я говорю, да нет, они рыжие какие-то еще. Против света они светятся, кажется. Ну, короче, другой, да, цвет посветлее. Вот. Качество волос отлично. Очень мягко, да. Да, так это с учетом того, что мы маску не использовали, и у тебя еще открытые поры сейчас. Потому что когда мы затонируемся, у тебя закроются поры, и вообще волосы лучше. Ну, после съез ощущения были, конечно, совсем другие. Сейчас волосы поприятнее. Похуже были, да? Похуже были. Сейчас очень даже ничего. Ну все, короче, я развожу краску и прохожусь по желтому точечно. Короче, так как мне некогда в парикмахерскую ходить, я решила сама себе постричь челку. Я взяла, так подняла, ну, по совету. Посоветовали. Да. Короче, подняла вот так вот, ну, и стриганула. Вроде ровненько все, чтобы филировка была как бы. Опустила и поняла, что просто вот это нужно как-то теперь отпускать. Это как-то по краям должно быть вот здесь. Да, тут... Короче говоря... Так, ты говоришь, мне подстричь надо, тебе под вот эту челочку? Нет, спасибо. Подровнять? Короче, мне так волос тут очень мало. Вот это вот я еще украла отсюда, я так понимаю. Да. В общем, теперь я прошу просто, ну, вот здесь подровнять, ну, я надеюсь... Я постараюсь подровнять, да. Почему я умная? Молодец. Еще здесь макароны параллельно варим. Здесь же, понимаете, это же кухня красоты, да? Кухня красоты. Здесь макарошки детям варим сейчас. Че я сосиски не бросила сюда же, блин? Так, смотрите, все, я покрасила. У нас корни сухие, вот. А именно все вот это желтенькое я покрасила. Ну, повернись. Оно потихоньку начинает осветляться, видите, и уже вот как бы сравнивается со всем делом. Сейчас я буду прям смотреть, чтобы оно прям посветлело хорошо, и вообще.
Фух! Ну что, мои хорошие, смотрите, мы осветлили Катерину нашу второй раз. Конечно, ну, на мой взгляд, я думала, что прям совсем сравняется, да, потому что я вижу здесь совсем на корнях прям такой светлый. Здесь все у нас, конечно, посветлело, плавный такой переход, вот, но оно уже больше не светлеет. Я не знаю, может быть, потому что мы использовали капус, он необычный, кстати, от него не так сильно портятся волосы, это какой-то Magic кератин без аммония, я не знаю, что такое, обесцвечивающий порошок с кератином для волос, ну, понимаете, да, он такой уходовый. Вот такой вот. Может быть, поэтому. Но уже мы, понимаете, второй раз нанесли, я не знаю, минут 20-30 уже. Я смотрю, ну, он никак уже не осветляет. Уже челка белая вся. Вот, вот челка, да, осветлилась. А тут как бы... в целом как бы такой плавный переход. Просто я вижу, где светлее, где темнее. Хотя, может, это свет даже так падает. Смотри, я беру так прядь. И она как бы... Не, ну тут на кончиках точно темнее еще. Но я думаю, что нам сейчас тонировка, она все равно чуть-чуть притемнит. Она уберет эту желтизну и притемнит. Посмотрим, что будет. Вот. И уже будем потом в процессе все эти дела смотреть. Все, наконец-таки самое интересное. Мы берем красочку нашу Princess SX 1016 номер. Добавляем туда на 3% будем делать 1:1. Добавляем оксид и добавляем туда уходик наш, хром энергетический комплекс. Это тоже эстелевский. И все, с этим уходом мы затонируем наши волосюшеньки. 50 оксида, 3 и 60 красочки делаю всю. И капаем сюда комплекс наш. Все. Перемешиваем. Красочка здесь у нас другая, более такая жидкая, видите, тянется. Здесь уже надо мне в костюме моем аккуратно. Могу, правда, заляпать, испортить. Ну все, поехали. Здесь уже сверху мы можем начинать красить. А как вот чешуйки закрываются на краской? Почему там раскрывается, тут закрывается? Ну потому что оно вот как-то вот так реагирует. Нет! Ну, то есть там такая химия происходит, да, что чешуйки вот открывает именно вот этот вот порошок. Он очень агрессивно воздействует. И чешуйки вот открыты. Как бы, не знаю. Не знаю, как это работает, блин. Напишите, девочки, как это работает. Мы потом в комментариях почитаем. Кто знает. Вот. А теперь открытые поры, и сейчас более такая мягкая красочка, она туда, она просто закрывает, заполняет эти поры, вот, не закрывает, а заполняет. А вот сейчас пощипывает почему-то на голове. Эстель ущипает все время. Да? Да. Так, представляете, нам чуть не хватило краски, но у нас практически не хватило. Хорошо, что я начала сверху, я сверху все хорошо промазала, прям пол головы. А сзади, ну, повернись, я покажу, где-то вот столько вот осталось, знаете, ну, разделить там еще на 3-4 ряда можно было бы. Но так как у меня осталось на один ряд, я просто взяла, ну, все вместе, начала вот так вот все-все-все, вот как-то вот так вот, уже там совсем вместе, короче, где-то вот, не знаю, мне кажется, такую большую часть. Вот. Ну, короче, вроде бы все сейчас натянулось более-менее, да, вроде все размазало, надо брать просто пористые волосы, все, может, говорится, пористые волосы, они очень много впитывают краски, поэтому первый раз вот так вот, да, нужно было, наверное, полторы даже нам размешать красочки, вот, но я сказала, одну бери, ну, ничего, нормально, если бы на влажные делали, вообще бы все сделали, потому что я их высушила, чтобы посмотреть все-таки, какая база, можно было чуть-чуть на влажные делать, тогда бы хорошо они, ну, скользили, размазывались. Ну, не суть. Короче, все, сейчас волосы фиолетовые. Ты видишь, что они какие-то фиолетовые? Да, вижу. Не страшно тебе? Нет. Даже если они будут фиолетовые, не переживай. Оно смоется все через 1-2 раза. Вот, и потом уже увидишь, какое это. Все, короче, мы сидим так минут... Минут сколько? Все время забываю. Ну, я все время, знаешь, 30, 40, 50, я... Ну, чтобы сильно фиолетовое. Я на максимум. А оно не будет. Оно, знаешь, реакция, да, определенная. То есть есть время, когда реакция уже потом больше не действует. То есть хуже не будет, называется. Я всегда на максималках все делаю, даже осветляюсь. Бывает. Так. 35 минут. Я так понимаю. Ну, сейчас 8, значит, 35 минут. Та-да-та! Ну что, мои хорошие, мы затонировали волосы, с горем пополам растянули все. Сейчас будем смотреть, что в итоге получается у нас.
Систер переживает немного за фиолетовый волос, но это уже не фиолетовый. Хотя корни. Ты видишь, да? Нет. Не видишь корни? Они как будто такие сиренево-фиолетовые, а вот здесь немножко такой, как грусы натуральные, что-то такое. Но все равно надо все равно все это смотреть в высушенном виде, да, что получится у нас здесь. Вот. Не, пока что непонятно немножечко мне самой. Бальзамчик использовали в Элла из Фикспрайса, хорошенький. Волосы сейчас такие прям вот мягенькие, хорошо расчесываются. Сейчас я тебе еще восстановление сделаю, попшикаю специальной такой штучкой для блондинок как раз таки. Вот так надо делать между ручками. Пройдусь. Ну, в общем, сушим. Так, ну девочки, ну что, я немного расстроена тем, что я ожидала, что будет все-таки цвет однотонный. Что меня не устраивает, то есть цвета сами по себе, они вот, ну, красивые, да, то есть вот блонд хороший, красивенький такой, вот здесь такой натуральный, да, не холодный, конечно же, вот здесь внизу. Здесь же на корнях вообще, ну, с сиреневинкой. Ну, понятно, что она смывается при первой же помывке, да, вот эта сиреневинка снимается, и прям будет такой жемчужный, красивый цвет потом. Но сам факт, что по-разному взялось, потому что здесь было максимально осветлено, а здесь мы уже второй раз, да, держали, и оно просто, мы уже пошли смывать, потому что мы уже, ну, держим, а светлее оно не становится. И я уже подумала, ну, наверное, это максимум для длины, но мне кажется, у нас был довольно бережный порошок. Вот, и может быть, если бы мы взяли эстелькой, фиганули вот так, да, чтобы прям, а может быть, все-таки у тебя здесь какой-то пигмент, вот Катя говорит, что они красились, да, знаете, бывает же, красимся мы там, хна, например, не выводится, и мало кто там берется за нее, да, или надо знать, как выводить, вот, потом там какая черная есть еще, как-то она называется, басма. Басма, фара, тоже очень сложный пигмент, вымывается, может быть, поэтому оно не бралось. Что я здесь думаю? Во-первых, да, после того, как ты помоешь голову, пару помывок, фиолетовый сойдет. Но все равно, мне кажется, будет здесь светлее, да, то есть будет как-то светло и вот немножко в темное уходить. Ну, будет нормально, потому что здесь более желтый будет появляться, и здесь желтый, то есть будет такой, ну, натуральный, но не, вот, не идеальный такой, да, но хороший будет, смотреться нормально. Вот, что еще? Еще я думаю, что можно будет немного затемнить корни, например, попробовать их на девяточке покрасить, да, мы сейчас десяткой затонировали, здесь 16, попробовать на девятке. Но вообще, конечно же, я обращаюсь к своим профессионалам, девчонки, кто знает, да, что, почему у меня так вот произошло, какие могут быть идеи, и что бы вы нам посоветовали? Вообще, в целом, красиво, да, вот так смотришь, красивый цвет вот здесь, да? Да, мне нравится, я еще к зеркалу не подходила. В камере хорошо смотрится. Ну да, вот так вот убрать и нормально. А ну просто когда, смотри, волосы мы раз, и ты же видишь, что другой оттенок от корней. Здесь теплый оттенок и более темный. Видишь? Ну так задумано. Так задумано. Вот прям, знаете, хочется обрезать вот там, где это, ну вот так прям. Вот хвост если поднять, то все, здесь пепел прям внутри, в хвосте. Вот здесь все. Смотри, по бокам поворачивайся. Видите? Весь хвост, вот он, ну, прикольный, да, вот такой тоже цвет. А вот хвост другой, то есть длина вот другая. Ну, короче, либо можно подогнать, просто оно повернется так. Вот видите? Ну, то есть вот все желтенькое вот здесь вот, а корни холодные. Либо можно подогнать, то есть если не убивать длину, потому что сейчас волосы, вот что меня радует, они хорошие, они мягкие, шелковистые, прям классно, мне нравится. И чтобы не убивать длину, просто подогнать корень по длину и потом красить. И тогда тебе не нужно будет сильно высветляться. Поняла? Ты найдешь краску просто. Ну, наверное, это где-то 9 уровень, да. Мы можем девяточкой сделать. Фу, девятка. Да, девятка, пониже десятки. Ну, короче, поэкспериментировать. И просто будем чуть-чуть делать темнее корни. И все. И все. И тебе тогда длину вообще не надо будет трогать. Будешь корни подкрашивать. И будешь вот такой на 9 уровне. Но восьмерка это уже темная. Вот. Ну, сейчас мы с тобой прям вообще одинаковки, да? Да. Так, ну давай задом покажи, покажем, что у нас получилось. Сейчас, чтобы не было очень грустно, я сейчас не знаю, хочу, может, уложить как-то Катюшу сделать, и, может быть, пряди какие-то, волны. Да я сейчас выйду на улицу, и все будет это. И все разойдется? Да, она у меня не держится. У меня волосы какие-то, даже с муссом, с лаком, ничего не держится. Ты челку хочешь, да? Тебе челку подстричь? Да. Сейчас челочку подстригу. Ну что, мои хорошие, все, мы одели другой наряд уже для блондинок, что-то светленькое, да, что-то контрастненькое. Мы принакрасились чуть-чуть, да, чулочку сделали, челочку подстригли чуть-чуть. В общем, в целом, ну хорошо, как бы,
Скажи свои впечатления, что ты вообще? Мне нравится. Волосы, во-первых, играют, как будто вот так, как это тонирование, как делать, как милирование. Да? Катя говорит, да, что как будто милирование, надо, колорирование, как будто, да. Как будто так надо. Вот, волосы ухоженные, они мягкие, они не путаются. Хотела быть блондинкой, но я добилась того, чего хотела. Благодаря сестрички. Поэтому мне нравится качество волос, мне нравится ухоженность их, цвет волос. То, что, ну, переход этот, это мелочи жизни, помоется. Ну, я немножко все-таки недовольна, потому что я хотела и думала, что будет идеально, да, я чуть-чуть вот, ну, как бы ожидание реальности, я до последнего верила. Но это как бы легко исправляется, тут уже, я думаю, не нужно нам серьезных вмешательств, вот это меня радует. И я буду теперь следить за тобой. После каждого мытья головы фотография отчет, пожалуйста, мне, да. Я буду проверять. И мы его, ну, как бы доведем. Может быть, в следующее воскресенье ко мне придешь, мы с тобой просто красочку другую подберем и покрасим тебе корм, не чуть-чуть протянем вот так до концов. Чтобы было все. Две недели? Типа что, не красить две недели? Нет? Нет, тонировать можно. А что? Тонировать же можно. Ясно. Не, можем через две недели. Хорошо. Ну, будешь скидывать мне видеоотчет, как что. Но мне нравится. Очень так светло, свеженько, красиво. Красиво тебе такое, хорошо. Оттенок подберем, все зашибись будет. Ну все, в общем, ждем ваши комментарии, советы. Может быть, как раз таки благодаря вашим советам мы там через две недели и намутим что-то прикольное, да, Катерине нашей. Все, всем пока-пока. Пока.